это получается было так. Моя команда сидела на карантине с 1 числа, и мы сдали тест 9-го. И вот после вот этого мне сказали уже, что если все в порядке, то на следующий день уже будешь сосновой. Это мне сказали менеджеры и наш доктор из команды. Я вот это узнал от них, вот, от самых первых. Да, я был у них, но был вот только летом на сборах. А первые чувства, ну, вот это, естественно, радость, счастье, ну, что вот так вот шанс выпал с ними побыть, поиграть. Первые дня два это было с волнением, все таки шло, все-таки там быть. А сейчас уже все в порядке, ну то есть суперски. Я стараюсь на все 100, слушаю, учусь и дальше не знаю, что будет. В 7 лет я начал, вот как стал в школу ходить, я вот стал и на баскет. Получается, до 14 лет я как-то им занимался не серьезно особо, не знал, что вот буду дальше там играть и всякое вот это. А в 14 лет я съездил в Штаты, и после вот этого, наверное, я уже полностью влюбился вот в спорт вот этот. Я, получается, играл в штате Флорида, в городе Сарасота за команду Impact Academy. Я проиграл там год, а после этого уже в Москву обратно вернулся и пошел на просмотр в ЦСКА и взяли. Вот. Получается, я пришел в команду и сразу же попал в молодежный проект к Мальцеву Андрею Николаевичу, но также мог играть за Дюбл еще. Вот вместе как раз с Сашей Хоменко. И получается, я провел вот этот год и на Дюбл, и на молодежку. У меня было вот в этот сезон много матчей. А после вот этого года мы выиграли Дюбл и выиграли молодежку в Краснодаре. И на следующий год нам сделали суперлигу в фарм-клуб. И там уже играли со взрослыми, набирались силы, опыта и всякое вот такое. Вот, например, в этом году и в том, вот мне вот нравится Майк Джеймс, Уилл Клайберн, лидеры. Я был на финалах 4 вот в Турции, в Сербии и Витории. Но, наверное, запомнился самый последний из-за того, что выиграла ЦСКА наконец-то. Мы все рады очень за них были. Смотрели, болели, поддерживали. Чемпионом, ну, наверное, нет, но я представлял, что хотел бы вот там вот быть в команде вот в ЦСКА, самый сильный на сегодняшний день в Евролиге. Сначала было сложно, да, в принципе, и сейчас еще сложно, но сейчас уже как-то втягиваюсь больше к этому. Стараюсь, втягиваюсь, смотрю со стороны, там, что они там делают, играют, там, что он им скажет всем. А когда дают шанс, то стараюсь на все 100% выложиться. Наверное, впечатлило то, что он все время думает о своей работе. Все время что-то смотрит, ищет, вот как вот сделать лучше для команды, там, с комбинацией, где поправить что-то, где что-то новое дать. То есть, наверное, вот это вот, то, что он все время думает о спорте и как бы сделать нашу команду лучше. Но цель, естественно, это ЦСКА, вот так, как вот это самая сильная команда вот на сегодняшний день, прям 100%. А вообще следующий шаг – это, естественно, закрепиться в единой лиге, в ВТБ, а потом уже дальше работать и так идти и на новый уровень выходить.